Добрый вечер, дамы и господа, любители киберспорта. Сегодня у нас вечер ТОФ, опять-таки. Играется у нас карта Forest, команды у нас Вавилон и Strike Force. Strike Force выступает за красную сторону, ну а Вавилон выступает за синюю сторону. Посмотрим, как сейчас все будет у нас на карте, поскольку сегодня пришло новое объявление. К сожалению, мы не сможем вам в точности сказать, кто какой резист использует. Поэтому будем только догадываться и будем смотреть по игре, как в целом это будет все выглядеть. Вместе с нами сегодня комментирует Сотников Ваня. Ваня, привет. Здравствуйте. И Дима, оператор Дмитрий 55. Есть у нас уже попытка построения, кстати. Да, какая-то очень странная. Я надеюсь, будет интересная игра и не помешает этой игре лаги и прочие какие-то там помехи. Сейчас у нас будет уже делита через 5 секунд. Мы увидим хотя бы на каком вооружении у нас будут играть команды. Да, вооружение мы, конечно, сможем вам озвучить. А вот что касается красок, здесь может каждая команда одеть себе вот праздничную красочку, и мы не поймем, какой резист они используют. Потому что, к сожалению, в спектаторе мы не можем временно наблюдать резист. Так, пришли у нас самоуничтожение уже. Есть у нас за красную сторону Strike Force использует Твинс, Вулкан в Дефи, Изида, Бриз и Мока. Да, команда Вавилона использует Титана Вулкан, Викинга Твинс, Васпа Релю, как я понял. Также Васпа Викинга Изю. Смоку, Васпа Изю даже. И Викинга Молот. Мы видим уже большой запад что... красных. Да, есть попытка ввоза, но слишком много игроков. В принципе, одинаковые у нас этапы, кроме вот я вижу, что есть молот, а там есть фриз. А так, в целом, зеркальные сетапы. Кстати, ребята, если вы видите, что игроки играют там на гладиаторе, на кислоте, то не нужно думать, что у них там есть резист 15%, или можно свободно использовать сейчас эти краски, поскольку резиста нету в призовых красках априори. Поэтому сейчас команда Вавилон позволяет себе одеть данные красочки и отыгрывать именно в них. Сейчас хорошую атаку демонстрирует красный, но также есть заход и на синюю базу, и будет, кстати, синюю увозить, потому что аптеки не было у мамонта. На центр будет дергать, но это не очень хорошая траектория, встречает там уже фриз. Все-таки он, да, увозит на фланг, но видит ли смока X-King? По идее, видит. Нужно только вот... Да, вот здесь будет возврат. Тем временем, что у нас на противоположном фланге? ДМС флагом. Смотри, какая хорошая игра от красных. Не возвращают они флаг. Есть информация в конференции, что на флагштоке стоит вражеский корпус. Возможно. Это должен быть первый флаг. Да, должен быть. По идее, здесь Вавилон уже ничего не успеет сделать. И первый флаг в исполнении команды Strike Force. Умели они на контратаке тоже вывести флажочек. И зарешал, одержать там преимущество. Минус, там зарешал минус White Buffalo, который минуснулся на Wasp Easy. Смотри, сейчас хорошая атака синих, три корпуса. Будет пробовать не сливать мамонта. Но... У меня, по-моему, нет аптечки, насколько я помню. Да, нет аптечки. Но здесь есть фриз. Очень задерживает труп от мамонта. И фейс, к сожалению, скорее всего, тут никуда не уйдет. Плюс респ вулкана. Ну, на самом деле ошибается. Может он уйти. Смотри, Skyfall блокирует урон вулкана и уходит фейс на центр. Здесь ошибается, по мнению МР, он почему-то нажал именно броню вместо ДДшки. И счет у нас ничейный сейчас будет в раунде. Да, никто не сможет помешать фейсу доставить этот флаг. Да, зарешал вулкан, все-таки стоило было ему прожать ДДшку. Мне кажется, нет у них резиста от вулкана. У фейс, там очень большой урон он наносил по ним. Есть сейчас атака красных, но вряд ли там будет его. Там в три корпуса уже дефится Вавилона. В то время как у красных тоже два корпуса сейчас на базе. Пытка одиночная Скайфола, но... Увы. Да, это бессмысленно заходить в одиночку против Фриза и Вулкана. Вот сейчас еще помогает фейс, но это уже поздно. Ну, неплохая тактика, кстати, от красных. Используют фриза и вулкана в дефе.
Не знаю, как она проявит себя, но выглядит это достаточно надежно, по крайней мере, пока. Ну да. Плюс вот видим, что Езида вернулась фактически с центра карты к себе на базу, хотя я вижу, что... А, она Нитру забрала и должна отправляться в атаку вместе с СВ. Сказала она, живи сам, бедный Фриз, не буду я тебя лечить. Да. Ну, в принципе, мы видим одинаковые вот тактики в ДФе. А, нет, нет, я ошибся чуть-чуть. Что-то подумал, что в Вавилонах есть Фриз. Нет, там все-таки Езида постоянно с Вулканом. Там Фриз плюс Вулкан. Вот красная команда. Кстати, вот сейчас неплохой заход в три корпуса. Если не смогут столкнуть Вавилона, то смогут и вывести. Но, по всей видимости, все-таки проскальзывает Езидка, помогает лечить, но, увы. Да, как-то Вавилоны зажимаются, я бы сказал, они особо не атакуют хорошо. Вот заходит по одному, сейчас Skyfall есть снова один, или это Фейс, и очень странная игра. Есть какие-то проблемы у Вани с микрофоном, где что сейчас они пройдут. Тем временем на Skyfall в одиночку пытается ввести флажочек на фланг. Но если еще успеть Смока выдать, ну Смок успевает, Фейс будет подхватывать, но, увы, труп блокирует, и Фейс не в состоянии подхватить флажочек. Тем временем на синем флаге тоже была попытка воза, но одиночные возы здесь у нас не проканают, потому что команды очень хорошо обороняются в 2-3 корпуса. Тем временем все-таки СВ умудрился прикоснуться к флажку, но опять-таки ничего не смог. Да, я снова с вами. На красном флаге у нас все спокойно. Езидка всех подлечила, все целые и здоровые. Какая-то у нас закрытая игра происходит, потому что Вавилоны вот снова по одному заходят на базу красных. Сейчас снова Skyfall вслед за Фейсом будет ехать в одиночку. Очень странная игра от Вавилонов на самом-то деле. И вот красные вдвоем заходят и подключаются за ними Кинг, да, в три корпуса. Очень хорошая атака. Намного респов синих. Вот Фейс, кстати, одевает рельс. По-моему, он играл на другом каком-то вооружении. Он играл на Тенсе, но принял решение все-таки одеть рельсу, как мы видим. Играет, скорее всего, на ССФ без краски от рельса. Очень много сейчас Фейс прописал ему урона. Тоже пока не возвращает, но вернул. ССФ. Чем Фейс? Снова Skyfall заходит в одиночку на вражеский флаг. Не знаю. Очень странные заходы на самом-то деле. Ну да, здесь получается, что как-то Вавилоны больше к дефу сейчас последние полторы минуты смотрят. Ну тоже вот Фейс последовал примеру Skyfall и пошел в одиночку слился. Сейчас зайдет EA 7 и точно так же сольется. Ну, конечно, пытается сдалека троллить, но вроде бы неплохой резист имеется в ПМР от Смоки, потому что дамаг очень так медленно проходит. Я думаю, какой-нибудь нано одета на нем. Все-таки сейчас его сливают, но захода-то нет. Вот так вот сейчас заходит Skyfall. Ну, но здесь еще Фриз на двойных. Да, и аптека у него есть. Скорее всего. Да, вот. И СФ будет, если что, помогать. Респится у нас уже и Вулкан в дефе. Врубает он на этот раз ДДшку и убивает атакующую команду. Вот, да, скорее всего, что-то вроде нано одето на мистере, потому что от рельса он получает очень много урона, это значит точно не саван. Да, совершенно верно, я с тобой соглашусь. Окей, есть опять попытка зайти на синий флаг. Вот можно заметить, что красный атакует в 2-3 корпуса постоянно, в то время как Вавилон все-таки в одиночку пытается заходить и выдергивает тряпочки. Ну, у Вавилона вряд ли так получится увести флаг. Все-таки там Фриз. И, а чтобы увести у Фриза, там хотя бы надо 2-3 корпуса. Там. Быть может, Изиду стоит в атаку какую-нибудь отправить. Сейчас снова Фейс заходит в одиночку. У них МР стоит и... Ну? Да, просто стоит. Проблемы, действительно. Сейчас вот Вавилон должны этим воспользоваться. Как раз есть три корпуса на вражеской базе. Должны выносить им по-быстреньку Фриз. Фейс будет подхватывать, уходить. Пытался на центр, там есть респ под СФ и принял решение уходить на фланг, но хоть МР вылетает, как мы видим, а X-King должен был перехватывать, но почему-то он
Нет, он принял решение именно низом перехватывать. Тоже правильное решение. Но Изид уже встречает. Нужно было бы Изиду быстрее выбить сначала. И вот тут фриз уже встречает. Вот фриз сейчас, есть, конечно, аптека. Да. Есть аптека все-таки у игрока. Но Изида оттягивает немножко флаг. Но это будет, ну, доставка. Вот буквально подхватить нужно флажочек. Аптеки нету и доставка. Воспользоваться возможно тем, что нету мамонта на базе. Так, а у нас зашел игрок пятый? Ну, честно говоря, нет, не зашел. Он есть в турнирной сеточке, что как бы... Вот, прогрузился он. А, вот, да, прогрузился. Пока-то, ребят, у нас, если не ошибаюсь, VIP, да, VIP режим. Для тех, кто спрашивает в чатике, и тех, кто думает, что здесь играется, вот это именно Top Dream Team в режиме VIP, где разрешены все улучшения. Радует меня только то, что мы не увидим больше красок 15% в этих категориях. Конечно, да, тяжело с тобой не согласиться, потому что 15% здесь мало всем помогали, а вот нынешние модули, которые ввели по 35% от трех пушек, очень даже, кстати, будет смотреться. И к тому же, если их прокачать до 50, то вообще прям персик. Пытается сейчас, конечно, отыграться Strike Force, но, увы, из-за нехватки времени не могут они ничего сделать, и приходится потерпеть им поражение в первом раунде, и счет у нас 1-0 в пользу Вавилонов. Так вот, зарешал один выкид игрока от команды Strike Force, и Вавилоны этим сразу же воспользовались и достали флажочек в свою копилку. Обидно очень, на самом деле, поражение в раунде. Так-то мне Strike Force нравились больше, на самом-то деле. Демонстрировали они хорошие заходы в три корпуса. Но ничего, матч-то не закончен. Я думаю, им надо собраться и продолжать хорошие атаки. Кстати, что ты скажешь по поводу сторон? Есть тут слабые или сильные стороны, как ты думаешь? Честно говоря, ребят, и в бане тоже, я не знаю, здесь, по-моему, все одинаково. В плане, даже если смотреть даже по самым мельчайшим таким деталям в виде кустов, то, что как за синей стороной мы имеем слева кусты, точно так же и за правой стороной слева мы, не за правой, а за красной стороной слева мы тоже имеем кусты. Центр тоже такой своеобразный, имеется два домика и по углу один домик. Поэтому, в принципе, таких прям проблемных дисбалансов, как, допустим, тот же трибьют, здесь не имеется. Поэтому карта довольно-таки неплохо сбалансировано, и стороны тоже выглядят довольно-таки симметрично. Почему-то, когда мы играли вот Light или HRVR, иногда и Medium, было тяжелее нам играть за красную сторону. Не знаю, с чем это связано, но, по крайней мере, мы сейчас посмотрим, правда ли это, что красная сторона немножко послабее будет. И делит у нас сейчас как раз будет уже происходить, и мы увидим сетапы, хотя бы вооружение корпуса. Будут ли они что-то менять? А сейчас мы посмотрим. Ну как бы, да. Ребята спрашивают, делит нужно делать или нет. Делит, конечно же, нужно делать. Сейчас тоже ты меня заинтересовал этим вопросом по поводу карты. Сейчас осматриваю карту. В целом карта симметрична, не вижу какого-то такого дисбаланса. Даже вот самых мельчайших, таких каких-то там холмиков, которые могут принести пользу. Поэтому мне кажется, что довольно-таки все симметрично смотрится. Так, раунд у нас уже начался. Есть попытки первого захода к красному флагу. Вавилон, видя обороняющихся сейчас, отбивает атаку. И думаю, что им пора тоже выходить уже в атаку и возить у Strike Force флажки. Собственно, опять мы видим, что Skyfall будет в одиночку пытаться заходить. Да, вот, кстати, синие, да, они могут увести флаг, если есть аптека у Кинга. Но сейчас мы на Wild Buffalo, вот поскольку лица такая довольно-таки неплохая была, скорее всего, Саванна именно одета, потому что обычно столько здоровья остается от Саванны, особенно с ДДшной рисы. Да, соглашусь с тобой. Не знаю, как-то Вавилоны снова стоят на своей базе. Skyfall единственный, кто атакует снова. А вот Strike Force заходит снова в три танка. Skyfall даже, кстати говоря, сейчас был в атаке и вернулся к себе на базу. Мы видим, что он играет у нас на Жиге. Почему-то Вавилоны отыгрывают от дефа. Не понимаю, почему они так
дефится, почему так постоянно возвращается с атаки в деф. Возможно, это какая-то установка, но пока мне не очень нравится, как они выглядят в целом. Strike Force намного приятнее себя показывает и атакует намного чаще и более слаженно. Да, я согласен с тобой. Очень странная тактика, на самом деле, от Вавилонов. Такое ощущение, что они боятся своего противника, хотя это, ну, даже не знаю. Все-таки победители фристайл-турнира, обладатели краски кислота, должны они показывать сильную игру, играть со стороны доминирующей команды, по крайней мере. Но пока мы этого на самом-то деле не видим. Кинг сейчас будет дефать, то есть троллить вражеский деф. Но как-то игра успокоилась на самом деле. Да я вот просто и в первом раунде вижу, что как-то игра очень скучная, я бы сказал. Нет никаких динамичных таких увозов. Там одиночный, там пытается, но не хватает чего-то. Такая, скажем, 50 на 50 команда играет. Конечно, чуть лучше выглядит Strike Force, но в целом ничего такого сверхъестественного, прям зрелищного, ничего интересного не происходит. Да, ну я ожидал тут на самом деле покруче зарубы, все-таки 1/4 категории VIP, команды должны уже показывать очень красивую и хорошую игру. Но вот сейчас снова в три корпуса заходит Strike Force и будут пытаться увозить. Маленький пролак у нас был. Кстати говоря, сейчас может хороший быть саппорт от Skyfall, если он успеет подбирать. Вавилон увезли флажочек, посмотрим, что у нас на красном флажке X-King. Пытается увозить на центр, как я его понимаю. Что он так пролагивает, то ли это Вавилон пролагивает. Посмотрим, как, что будет дальше. Зита очень жестко хилила, просто нереально. Она до сих пор жива. Она просто вот просто на мельчайшем просто количестве хп выхилила этого СФ, и он увез флаг. Это, конечно, ужасная недоработка со стороны Вавилонов. Надо, конечно, сливать сразу Изиду, тем более у нее хп-то не было. Ну, это такая распространенная ошибка всех команд. Все почему-то заезжают, видят флагоносца, нужно бить флагоносца, хотя они не обращают внимания на то, что его лечит Изида. В первую очередь всегда убивается Изида, саппорт, который может хилить, помогать своему флагоносцу, а потом же самого флагоносца. Потому что это урон, который вы даете флагоносцу, ничем хорошим не закончится, потому что он и так будет целый, потому что Изида его прекрасно вылечит и никаких повреждений он не получит. Да, тем более тем временем... тут Изида М4, а Изида да. М4 это те не хухры-мухры. Тем временем у нас пока Вавилон сейчас... заходит два корпуса. Да, да, вот сейчас могут быть проблемы у мэра, если Изида не успеет. Но вот опять Skyfall, почему он побоялся спрыгнуть сразу же? Не знаю, играет он на молоте, кстати, уже. Но сейчас вот оттискивает Изиду, правильно вот сейчас они делают, все-таки одумались. Но Изида на М4, конечно, очень жестко отыгрывает. Смотри, вот сейчас... у нас может возврат, между прочим. Но в МР, могут насколько я знаю, есть аптечка. А, есть аптека, понятно. Но нету брони. Сейчас вот Skyfall. Нужно ему... Ой-ой-ой, как было близко. Это был красивый момент, на самом деле. Да, как было близко к квадрату, но не хватило хп Skyfall, чтобы протиснуться и вернуть флажочек. Тем временем Вавилон Контроль уже забился в уголочек себе, чтобы простреливать X-King, который, кстати, одел лесу вместо смоки. У Вавилон Контроля, кстати, нету аптеки, но хилит у Изида, вот спадает броня. Но сейчас проблемы на самом деле у синих, потому что заходят два корпуса. Да. Отличная игра, на самом деле, от Кинга. Сливает он фейс и спасает ситуацию. Вот зачем-то сейчас фриз бьет флагоносца, хотя почему бы не побить Изиду? Ну, может, он более привлекательный для него, кто знает. Ну, у вас по Изиду в саванне, а против нее М4 фриз. Я думаю, шансов маловато было бы. А так она его выхилила, хотел бы его контролировать. Ну, СВ тоже самое сейчас. Аптеки. Вот, смотри, все-таки СВ додумался поехать на Изиду. Так как-то, но... по-моему, вас по Изиду проще слить, чем Титана Вулкана на броне. Вот я с тобой полностью согласен, но игроки принимают очень странные решения. Сейчас будет возврат, Skyfall будет подхватывать, но... А, у него есть аптечка. Ну, тут точно будет возврат, а вот... Кстати, может быть обоюдный возврат, если у мистера нет аптеки. Да, обоюдный возврат у нас получается. Но успеет ли он уехать? Скорее всего, да, успевает, потому что на центре нет. Если он еще замечет аптечку, которая лежит у него,
у респов, то будет вообще супер, но нету инфы об этом, и он проезжает мимо. Своей аптечки у него нету. Wild Buffalo тем временем покидает бой. Видимо, какие-то есть все-таки проблемы у игроков. В прошлом раунде были проблемы Strike Force, а сейчас у Вавилонов. В меньшинстве Вавилоны должны обороняться с флажком. СФ все-таки умудряется уходить, есть у него аптечка, но, по-моему, здесь три игрока не смогут уже ничего сделать. Смотри, там есть встреча. Хотя... Хороший очень уход на центр, на самом-то деле. Да, вот СФ показывает, что он знает карту на все 100%, потому что задом ехал и почти ни разу не вторанился. Да. А Вавилон у нас в пятером снова. Все-таки зашел уже Барев. Я пока его... А, он зашел на Изиде, на Хоре Изи. Да, наверное, в Саванне, скорее всего, как его был оппонент. Сейчас могут быть проблемы. Да, аптечки уже нету, вернуть? Брони тоже нету. Нет, но... там все-таки помогли флагоносцам, синим. Будут заходить они с правого фланга, смещаются на центр в два корпуса, но вроде аптек у них нету. Вряд ли это чем-то закончится таким опасным. Хотя подключается Изида. Давай, СФ, убей Изиду. А, нет, смотри-ка. Не вернули они флаг. Но там есть X-Skin, который, если успеет в этот рису... Да. Ого-го. Но... Это будет доставка. Спорно. Ой-ой-ой, как близко было. Нет, а вот доставка-то может быть, потому что у синих-то могут вернуть флаг, но... Мамонт как-то пролагивает, забирается на фейса, катает его, он сейчас его на себе. Ну, вот тут уже возврат, там что у нас под доставочку. Все-таки 1-0 смогли Вавилоны дожать своих противников. Опять-таки, под конец раунда остается у нас полминуты. СВ нужно возвращаться в игру и тащить флажочек, чтобы хотя бы была ничья. Что-то МР очень жестко подлагивает. Сквозь него почти каждый противник проезжает. То ли у него проблемы, то ли проблемы в сервере, пока неизвестно. Смотри, сейчас как Изида увозит, подстраивается БМР, да, подстраивается он, а как-то он тоже проезжает сквозь ЕС-7. Нет у него аптеки, я думаю, это будет возврат, хотя помогает ему Изида. Близко. Может, нет, не успеет, так как Кинг имеет... Даже если успеет, там был контр-увоз, еще 2-0. Что-то как-то Вавилоны оживились под конец раунда, заиграли они с заменой Барев, возможно, этот парень... Переносим им успех, и сейчас, собственно, после его выхода счет уже 2-0. Ну, размен проиграли у нас, на самом-то деле, Strike Force. По игре я вот тоже Вавилон Контроль сейчас пролагивает, ну, или это пролагивает синий? Нет, это Вавилон Контроль залагал. Да. Сейчас посмотрим, респанется он или нет, потому что последний раз он очень долго уничтожался. Ну, собственно, его на карте уже нету. Значит, все-таки проблемы есть у Вавилона контроля, и сейчас Вавилон находится в меньшинстве. Ну, 10 секунд до конца раунда, это точно будет 2-0, и 2-0 в матче. Ну, я не знаю, неплохая игра на самом-то деле, просто как-то вот разменно проиграли. И на самом деле держать вулкан, флаг, это тоже не очень такая себе идея. Все-таки у него есть такой момент, когда он горит сам на себя. И когда к нему приезжают два каких-то корпуса, он не может, к примеру, выдать урон и потому. И получается, что если ты заходишь с резистом той же Африки или 35% с новыми модулями от вулкана, то вулкан почти на самом-то деле ничего не делает. Ну да. Но не забываем, что здесь все-таки микропрокачки, поэтому Африка в полной микропрокачке, по-моему, имеет около 50, если не ошибаюсь. Двух за додосить или пишет у нас Вавилоны? Ну, как-то это их, конечно, проблемы. Здесь останавливать матч никто не будет. Минимальное количество игроков от одной команды может быть и 4, поэтому Вавилоны должны продолжать бой. Я думаю, что нашему оператору следует это отписать. Да, потому что на самом-то деле матч не может быть остановлен, он должен доигран быть до конца. А уж потом вы можете подавать жалобы сколько угодно на самом-то деле.
Сейчас да, и красные пишут, что они не хотят делать перезаход. Ну и вообще спорная ситуация, что двоих задедосили, мне кажется, это далеко не факт на самом-то деле. Ну, на самом деле, сейчас на 5 игроков у нас на карте, поэтому должна продолжиться у нас игра. Но сейчас только Вавилон Контроль выходит. Но это именно проблема от Вавилонов. Минимальное количество игроков у нас на карте может одного коллектива быть 4, поэтому опять-таки повторюсь, что они должны продолжать свой бой. Да. И Фейс, смотри, у нас изменил вооружение. Что же он сейчас оденет? Он одевает Вулкан. И будет он в роли последнего ДФС сейчас отыгрывать. Ну и, кстати, пятеро Вавилонов, Вилл Буффало возвращается на свои Васпоизи. А вот Бареф одевает у нас Викинга Рейсу, заменяя Фейса. Ну, как бы Вавилонам на самом-то деле не зажать сейчас в дефе. Все-таки, понимаю, там проблемы с интернетом, проблемы с соединением, но продолжать надо играть агрессивно, иначе ты можешь просто проиграть раунд, зажавшись на этой карте. Вот сейчас Барев заходит в атаку вместе с Скайфолом. Временем мэра у нас уже заканчивается броня. Ну, Барева ДДшка. У нас в Холизе лежит минус и у красных. Но мне кажется, это не очень правильная идея увозить флаг на Викинга рельсе. Все-таки лучше бы он где-нибудь спрятался и троллил этого мамонта. Это было бы гораздо больше толка. Ну, если мы видели в прошлом раунде, что Барри отыграл на Изиде, возможно, не очень этот парень понимает, где ему следует играть, потому что есть определенные проблемы у нас у Вавилонов. Мы будем надеяться, что сейчас они соберутся. Вот, кстати, сейчас отличная атака у нас на красный флаг. Смог бы это вывозить флажочек. Смотри, Изида уже возвращается, да, но его сливают. Вряд ли он что-то сделает, да, его слили. И Сеф еще будет встречать. Зачем-то он едет на центр. Видимо, не было инфы в конференции, что там его встречает Сеф. Есть, конечно, перехват в два танка. Это Мистер и Кинг. Но Титан должен заблокировать, мне кажется, эти два корпуса. Нет, странно, он съезжает зачем-то с флага. Повезло им, на самом деле, что был у них паровозик, так бы это был бы отвоз флага. Очень странно играет Фейса, так-то он должен был просто стоять на флаге и блокировать корпусом. Но счет 1-0. Мистер у нас лагает, на самом-то деле, очень сильно. Прям очень сильно он лагает, стоит на флаге и дергается, стреляет. Какие-то странные движения очень. Да, да. Он в роли просто тяжелого корпуса выступать, чтобы его нельзя было сдвинуть, и все, больше он особо здесь такой роли не играет. Потому что постоянно дергается и просто стоит на флаге. Ну, мне кажется, стоит вот мистеру, который играет на фрезе, уже ехать в атаку, но проигрываете вы 1-0, смысл вам стоять уже в два корпуса в дефе. Барев сейчас вот троллит это вулканы, который стоит на флаге. Ну вот ТМР сейчас видно, что залагал. Нужно делать опять-таки замену команде Strike Force. Тем временем СФ уже уводит флажочек. Почти у себя на респах при поддержке Изиды. Но и Павилона тоже не дремлет. И уже тоже отвезли флажок к себе на респы. И это у нас опять-таки размен. Да, сейчас будет флаг снова давать мамонта вулкана. Залагал у нас снова викинга. Вот СФ у нас снова залагал, похоже. Ну, СФ вроде разлагал, но у нас проблема Вавилонов. На это вы нас выкинула Фейс, насколько мы видим, потому что он крутится, стреляет в одну точку. Это очень смешно выглядит, но нам смешно, а Вавилонам горько, потому что у них нету, как я понимаю, замены, и приходится им сейчас отыгрывать 4 игрока. Да, но они просто стал... Ну, СФ, походу, тоже залагал так-то. Смотри, СФ у нас тоже стоит да, на месте. Да, там стоят, здесь стоят. Короче, у нас игра заключается 4 на 4, поэтому... Будем смотреть.
Ну и нормально, значит, все честно, пусть играют. Ну, собственно, да. У нас в игру, кстати говоря, возвращается Вавилон Контроль. Вавилон это уже у нас пятеро. Ну или шестеро уже. Ну шестеро на фейс на залагал только. Да, да. Север? Север не лег вообще-то. Так-то все происходит, все играют, вроде ничего не лагает. Есть у нас лагает информация о том, что... человека. Есть информация о том, что сервера не работает, но мы видим картинку и, собственно, ее и комментируем. Возможно... Ну, вообще, ну, да, я так лагов сервера не наблюдаю. Я наблюдаю лаги Фейса и Сефа. Вот Фейса в экипе, а Сеф почему-то просто стоит. Возможно, он просто стоит, решил постоять, но смотри, тут так-то есть игрок, и это будет возврат, между прочим, у команды. Нет, не будет пока возврата, но да, будет, и это 2-0. Ну, Вавилоны выигрывают, в принципе, им, по-моему, на эти лаги все равно. Главное, что есть замены у команды, на самом-то деле. Вот если бы не было замен, было бы обидно, а так... Игроки заходят, выходят, играют. Доставляют сейчас третий флаг, скорее всего, Вавилоны. Матчи сегодня у нас очень странные, на самом деле. В первом бое... Первый бой так и не был доигран. А сейчас лагают постоянно игроки той одной, той другой команды. Есть у нас размен за 4 минуты до конца. Кстати говоря, нас выкинуло два игрока от команды Strike Force. Собственно, тот СВ, который стоял, не играл. И сейчас вот МР, который играл на Вулкане, тоже покинул бой. И сейчас команда Strike Force находится в меньшинстве. Видимо, снова нам ждать переигровок в большом количестве, скорее всего. Ну, а может и нет. Скорее всего, что да, потому что как-то все очень странно происходит, честно вам скажу. Ага, ага, понятно. Так и решили команда Strike Force полностью выйти из боя. Остался только X-VIP. Да, обвинив Вавилона в дудосе, но это очень громкое заявление, на самом-то деле. Вавилоны тоже лагали и вылетали. Так что... Ну, в общем, судьи будут разбираться, это же не наши компетенции. Да? Тем временем у нас на карте только один X-VIP от команды Strike Force. В одиночку будет пытаться ездить по карте. Видим, что все-таки включает он нарку и будет заезжать к ним на флаг. А Вавилоны конвейером... Три корпуса, может быть, даже вагончиками такими, как поезд, ставить и ехать. Так, ребят, тем временем давайте мы все-таки напомним о том, что у нас есть подарки для вас, призы. Не просто так вы так сидите и смотрите нас и слушаете. Сейчас мы откроем голосование на приз Invite на закрытый бета-тест танков VX. И ключевое слово сегодня у нас ТОВ. Восклицательный знак ТОВ пишите сейчас в чате и принимайте участие в розыгрыше инвайта на закрытый бета-тест танков VX. И под конец раунда этого мы все-таки выберем одного победителя, который и получит данный инвайтик. Стоит напомнить о том, что не нужно флудить в чате по 5-10 раз. Достаточно написать 1-2 раза, чтобы вас система случайным образом не удалила из-за флуда. Ну а Вавилон уже просто катается по карте. Пытаются они там еще таскать флажочки. Ну, в общем, здесь уже все понятно, ребят. Strike Force полностью сдались и не будут продолжать этот матч. А Вавилоны доигрывают последние минуты данного раунда и в итоге выигрывают пока что матч. Потому что, скорее всего, будет какая-то переигровка, но это будет известно уже ближе к завтрашнему дню. Да, планируется у нас в 9 часов еще один матч ТОФа, но пока это неизвестно. Ближе к 9 часам мы вам скажем точную информацию, скорее всего. Пока непонятно. Решение судей будет, и посмотрим, будет ли игра. Турнир продолжаться.